Всем ассалам алейкум, моим подписчикам, гостям моего канала. На, джигитым на кугайгар сатлат, кугайгар джабы, мынгы билет. Ой, жақсы айғыр, жаман емес. Мінезі жынды ғой, мінезі страшны. Жалғыз тұр осында. Кел, кел, кел. Адам кесе қасына келеді. Ну, друзья, помните, не помните, вот этот жеребец, который я обменял на Сумкара. Вот он. Так. Сейчас я. На Сумкара, который обменял, вот он стоит. Хороший, крупный жеребец. Породы жабы. Желающий. Продается цена за 650 отдам. Жеребец четкий. Вообще мощный жеребец. Для себя сразу говорю, почему не оставляю. Потому что он жабы. Он мне не нужен, во-первых. Во-вторых, он жабы, мне больше нравятся тяжеловозы, получажи. А этот вот среди жабы, это крупный жеребец такой, высокий в ногах, длинный, шея мощная такой. Так. Вот он. Он уже больше 2 месяцев стоит на откорме. Иншаллах, скоро собираюсь резать его. Желающих будет купить. Эй, эй! Желающих купить. Карагандинская область, Чеченкара. Верховой шаг есть, жеребец с колокольчиками.